Здравствуйте! В студии Денис Чижов. Прямо сейчас расскажем о главных событиях этого понедельника. Вот некоторые темы выпуска. Россия и Крым вновь связаны железной дорогой. Первые пассажиры уже едут на полуостров из Петербурга, а президент сегодня прокатился по мосту из Керчи в Тамань. Космос с помощью 3D-принтера. Под Красноярском испытали прототип легкой отечественной ракеты с монолитным двигателем. Как тебе такое, Илон Маск? И еще вас ждет специальный репортаж из новогодней столицы России, Рязани. Мастер-классы от косопузов, французская сервировка от русских поваров и традиционные леденцы-петушки на палочке. Россия сегодня открыла железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первый пассажирский поезд прошел над Керченским проливом из Крыма в Краснодарский край. Пока это не регулярный рейс, железнодорожную часть самого длинного моста Европы и России проинспектировал Владимир Путин. Строительство 19-километрового перехода через пролив началось почти 4 года назад и обошлось в 228 миллиардов рублей. В мае 2018-го по мосту пошли легковые автомобили и автобусы. В октябре того же года открылось движение для грузовиков. 5 дней назад строители официально сдали железнодорожную часть Крымского моста. Вы показали, что мы можем на основе своей собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Это вселяет без всякого преувеличения практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем. Спасибо вам большое за вашу настойчивость, за ваш талант. Всем. Первым регулярным пассажирским составом, который проедет по Крымскому мосту, станет фирменный поезд «Санкт-Петербург-Севастополь». Все 530 мест в 17 вагонах были раскуплены в первые дни продаж, хотя самый дешевый билет стоит 3,5 тысячи рублей. Поезд «Таврия» проведет в пути более 43 часов. Он сделает около 20 остановок, в том числе на специально построенной станции «Тамань-Пассажирская». В Москве предусмотрена только техническая стоянка, без посадки пассажиров. Доехать из столицы в Севастополь без пересадки можно будет только с весны следующего года. Первый в истории регулярный поезд пройдет по Крымскому мосту в ночь на среду. В тот же день он прибудет в Севастополь. Чувства соизмеримые с первопроходцами БАМа, с первым поездом. Ну, какие-то такие сродни, потому что у меня родители строили Байкал-Амурскую магистраль, ну и вот нет. Достоилась такая честь, как бы, очень приятно, почетно. Это классно, проехаться, прям до дома доехать можно. Это, конечно, очень весело. Не то, что раньше, как попадали, единый билет надо было покупать, поезд до Анапы или до Краснодара, потом добираться автобусом. «Таврия» отправилась из Санкт-Петербурга ровно в 2 часа дня.